Здравствуйте, меня зовут Магарамова Зарина. Я участница конкурса Golden Time Talent. Творчеством я занимаюсь уже около 20 лет. После окончания школы я поступила в художественное училище. Окончив художественное училище, я поступила в институт. Я из России. Родилась и выросла я в Дагестане, город Махачкала. Пишу я в основном маслом на холсте. Я представляю на выставку Golden Time картину «Сосновый бор, мачтовый лес, Вятская губерния, Ивана Ивановича Шишкина». Мне эта картина понравилась тем, что она очень солнечная, ясная. На переднем плане мы можем увидеть лесной ручеек, спокойный, тихий. Я хотела написать эту картину намного ярче, чем она в оригинале. В оригинале эта картина очень суровая, мне кажется, даже мрачная немного. Вот. Мне хотелось эту картину изобразить намного ярче. Также вот на переднем плане этой картины, на берегу, я старалась ее писать немного иными цветами, там, золотистыми, какими-то неаполитанскими цветами. Посередине, на втором плане, мы видим сосну высокую. Она прям тоже бархатная, золотистая. В оригинале она зелененькая. Вот, я намеренно ее сделала другого цвета. Мне так захотелось, у меня было такое настроение. Вот. В небе парит с широко распахнутыми крыльями птица большая. Она пролетает мимо всей этой красоты, разглядывает, придает особую нотку, мне кажется, картине. Вот. На втором плане мы видим двух маленьких медведей. Один ищет себе, мне кажется, лакомство на полу земли, а другой смотрит наверх, на сосны, ищет какой-то, может, улей с медом. Они тоже, мне кажется, оживляют картину. А в левом углу мы можем увидеть две березы, ель, мне кажется, как символ России. Я их и поярче изобразила, много света дала им больше, чтобы выделить. Такая маленькая срубленная береза тоже есть там. Третья. Цветочки есть, какие-то корни сухие есть. Но чтобы вот этой мрачности не было, я старалась побольше солнечного света дать. Вот. Особенно в центре композиции, там сосны вот эти. Я старалась побольше солнечного света дать и на переднем плане, и на втором плане, на макушках деревьев. Спасибо за внимание.